С 20 по 24 августа полигон Брестский – место проведения большого сбора. На учебном рубеже молодые офицеры, которые только заступили к выполнению своих обязанностей. На протяжении нескольких дней они проходят теоретическую подготовку, изучают методологию работы с личным составом. Сегодня перед военнослужащими практическое испытание – прыжок с парашютом. Я как выпускник Рязанского десантного училища. Для меня эти сборы очень важны, так как они помогают мне вникнуть в систему сил специальных операций. Вот. Для меня это 37-й сегодня прыжок по счету. Вот. В принципе, ничего особого. Мы повышаем уровень профессионализма. Один из важных элементов подготовки военнослужащего сил специальных операций – десантирование. Пока на земле идет проверка амуниции, в воздухе уже появляются первые парашютисты. Такое комплексное испытание прошли все 95 офицеров. Что мы хотим довести до наших выпускников, тех офицеров, которые попали в ряды сил специальных операций вооруженных сил. Прежде всего, это их роль и место в целом в процессе обучения нашего военнослужащего, прежде всего солдата. То есть он должен быть подготовлен, прийти в это подразделение и сразу возглавить тот небольшой коллектив, который будет ему доверен. Кроме десантирования в состав комплексного контрольного занятия, своеобразного итогового испытания, вошли также марш-бросок по пересеченной местности, водная преграда, стрельба из штатного оружия. Итоги мероприятия военнослужащие подведут 24 августа.